Где лишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и его команда. И сегодня в этом прекрасном ролике по Among Us мы будем смотреть, как два дурачка-программиста придумывают для нас новые читы, чтобы нам было интереснее играть. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк, и на следующее утро ты найдешь под подушкой новый телефон. Кстати, вы знали, что 60% зрителей не подписаны на канал? Поэтому давайте это исправлять. Набираем 233 333 лайка, и я выложу фотку в костюме. А теперь я желаю вам приятного аппетита, приятного просмотра. Досматривайте видос до конца и не перематывайте. А мы начинаем наше прекрасное приключение. Это все? Ну, вроде бы да. То есть больше вы ничего не скажете? Да, нет, все вроде. Подписки сказали, лайки сказали, все. И то, что было в предыдущей серии, вы никак не будете вспоминать. Нет, Эдуард, понимаешь, мы уже подготовились, привыкли, что вы добавляете каждый раз что-то новое, поэтому нет. Ладно, фотошоп-программист. Пошли. Спасибо, кстати, что осуществили мечту всех подписчиков. Спасибо, Натаха. Как же сильно я рад вернуться в замечательную рубрику Among Us, по которой так сильно скучали подписчики. Тыкай на кнопочку, мой хороший прибабахнутый зеленый этот друг. Да! Да, Костя, я проверю, реально выполнил ты задание или нет. Это значит то, что все подозрения с Кости можно убрать прямо сейчас. Ну тогда хорошо! С этого момента все серии Амонга будут начинаться именно так, раз подписчики каждый раз просят, вот это как такого на кнопку нажал, еще на одну кнопку нажал. Раз подписчики каждый раз просят, Эдисон, верни старое приветствие, проверь, проверь, мой хороший арбузный фотошопер, да, все работает, работает, говорит, какой-то подозрительный. Предыдущей же серии вот это, настоящие читы были, потому что я попросил нашего разработчика Константина что-то подшаманить с камерами, и он подшаманил. Просто они не знали, что он подшаманил, и они не поняли, как я выиграл в предыдущей серии. Это до сих пор для них остается загадкой. Слушайте, раз никто не выполняет вот эти вот все задания, значит, будет самая быстрая победа в Амогусе на всем Диком Западе. Я чистый, босс. Меня не надо проверять. Я чистый. Я чистый. Самое главное это не забывать то, что мы, скорее всего, опять играем с большим количеством ролей. И не надо забывать то, что у нас как бы сегодня... Опа, задание. Что у нас и партизан сегодня вот этот есть, и инквизитор, и шериф, и джестер, и блокировщик. И кого только сегодня здесь нет. И сегодня опять будет какая-то вакханалия и какой-то хаос. У меня такой вопрос, а кто-то вообще... задание вот это выполняет? Или только я сегодня что-то... ну здесь уже выполнили, хорошо. Это какой-то, какая-то новая роль? Танцовщик? Или... Так, два подозрительных чебурека в мою книжечку уже записаны. Чё-то пока как-то слишком изи у нас получается. Здесь выполнено, здесь выполнено, здесь выполнено. Все выполнено, половина заданий уже выполнена. Херейт гуляет каждый раз, ничего не делает. Давай, 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 вылезай, вылезай из этого люка. Я буду тебя здесь поджидать. Я же знаю, то, что кто-то хочет вылезти. То ли вот этот самозванец, то ли этот... Кошмар!
Кошмар, галюны просто! Мне сейчас показалось, я видел гигантскую сосиску метром 4 роста! Я выглядел там был... А, нет, не галюны, все же реально. Лучше бы это были галюны. Какого? Вселенского масштаба? Нафиг! Ты столько растишки съела! Гуманоид переростыш! Костя, ради всего святого! Ради здоровья жулика Плея и благополучия Клайпа! Это что за сатана? Она даже пропадает! Она настолько гигантская, что когда я на нее вверх смотрю, она исчезает у меня на экране! Ты где монтировщик фотошопс? А, Костя сдох. Его уже убили. Ты понимаешь? Я когда сосиску увидела, она меня не увидела, она чуть на меня не наступила! Как она стала такой огромной? Вы нафиг два читера? Что придумали? Поэтому я и начал, это я вот запустил это задание, потому что я хотел у Кости спросить, у нас... Так, вопрос. У нас сегодня появилась какая-то новая роль? Или ты просто офигеть, как хорошо сегодня позавтракала? Ну я просто смотрю с вас свысока, и просто я не знаю, что вам ответить. А, она еще и зажралась. То есть ты даже не знаешь... Если у нас новая роль, ты программист недоделанный. Вот иди с Кости и сюсюкайся там вот насчет этих вот всех новых ролей. Я-то тут при чем? Ну так ты вместе с ним все это разрабатываешь. Нет, ты притворяешься! Нет, он каждую серию что-то свое добавляет. Я даже вообще не в курсе. Он... Ты какой-то подозрительный, Хэррей. Это раз. И Софи Грей, где Софи Грей? Пригнись, Ашан, пригнись. И ты тоже подозрительная. Они 100% двое не предатели. Они, кто-то из них, этот самозанец. Поэтому аккуратней. Я видел, как Ашан прыгала в люк. Поэтому запомните Встань, не надо пригинаться. Ты прыгала в люк? Нет, ни разу. Она вообще не прыгала в люк. Давайте. Она прыгала в люк при мне. Не прыгала я в люк, ты что? Прыгала она в люк, не прыгала она в люк. Значит, Хэррей просто сам по себе такой подозрительный. Софи Грей тоже, господи, мы ей по колено. Ну ладно, не по колено, чуть повыше. Вот так вот, ладно. Да не надо мне залазить. Так, здесь задание 100% должно какое-то быть. Это задание, вот так, где я. Это задание еще не выполнили. Значит, я могу закончить эту сумасшедшую игру прямо сейчас. Выполняем там задание, как же. Хотя, это быстрое на самом деле, просто подрыгать на рычаги, и оно закончится. Я сейчас выиграю всю эту игру буквально за считанные минуты, и больше не буду с вами сюсюкаться. Эльфилевая башня нафиг, ходячая. Плюс к этому всему, просто... Я только на тебя смотрел! Я только на тебя смотрел! Ты почему подглядываешь за мной? Он то ли предатель, может он шериф, и он думает, то, что предатель я. Кто сдох, кто где кого проголосовал. Прямо сейчас я нашел трупешник в бутылке. Ну комната называется бутылка. Там Ашан при мне убила человека. Прям при мне. И я зарепортил. Это 100% она. Конечно, я в люк запрыгнул, и я убил, конечно, ну давай. Да ты на моих глазах говорила! Это либо многоходовочка 200 уровня, либо я не знаю, ну если ты видел, что она убила, то ну как бы, ну ее и кикаем. Если ты не видел, что она убила, и она просто в люк залезла, то ну как бы, ну не кикаем. Может, ты в люк залезала? Может, или ты глупый, Клайп. Тут один выбор из двух, выбирай. В смысле? Ну один из двух вариантов выбери. Ну я не хочу выбирать из вариантов, где я глупый. Да ты глупый, Клайп, вот именно. Давайте как поступим, вот кикнем отсюда во Клайпа. Что? Шериф может убьет этого. Хотя реально. А кто шериф? Шериф должен признаться, кто шериф, чтобы все знали, что он шериф. Кто шериф? Да, руку... да я шериф, да, я видел то, что ты подозрительный. Короче, делаем так. Это какая-то тупой какой-то план, но... Кикаем Клайпа, а потом ты убиваешь Ашана. Я понимаю, если Ашан не предатель, ты сдохнешь, но я за тебя, браток, отомщу. Я готов пожертвовать с тобой ради этого плана! Давай за Клайпа! За Клайпа, если... Да нет, не слушайте этого красного перца! Это будет самая гениальная игра, если Клайп был предателем. Если Клайп предатель, это гени... Да! Это гениально, детектив! Шитат Хэррей! Чуть-чуть тебя за такой...
Это ж надо так умекать! Чё, многоходовочка не сработала, бабуин? Сам ты бабуин! Нафиг, я придумал план! Вы просто пальцем в небо потыкали и меня выбрали просто так! Это нечестно! Так может план был настолько плохой, то что мы сразу догадались, нет? Так она просто говорит, она говорит, я не прыгала в люк, я не убивала! Ну это же понятно, что она! Многоходовочка, понимаешь? Ааа, так Ашан была самозванцем, она реально говорит, если бы мы кикнули Ашан, тогда она бы выиграла! Ну это все хорошо, подожди! Подожди! А то что... Сосиска была гигантская, тебя вообще не смущает. Сосиска, поделись ростом, пожалуйста. Вы видите это? Я не врезаюсь в потолок! Костя, ну а я-то чё вообще? Это то, что Саша так выросла, это потому, что она ела каждый день кашу и потом выросла просто, и все. Я здесь не виноват, всем пока. А можешь сделать меня большой в следующем раунде, пожалуйста? Да, ты бы еще сказал, что она лайки на каждый ролик ставила, поэтому так вымахала. Если бы реально так работало, то подписчики бы на каждый видос свои лайки лепили, а так они ничего не ставят. Не, ну я, конечно, ставлю лайки на каждый ролик, но я не думаю, что я из-за этого выросла. Хотя... может быть, может быть. Ты меня прости, ты меня, не-не-не-не, ты меня, брат, прости, ты меня, братик-акробатик, прости, но это будет первый раз, когда я задание не буду выполнять в самом начале, я пойду выполнять задание вот куда-то, условно, вот сюда, и сразу можно вот так вот чик-чик, и минус электричество. Я столько серий подряд не был никем! Я по жизни вообще никто, такое ощущение, как будто в предыдущей серии там такая дичь была, вот оно вот там вот находится, тыкни после этой серии, или сейчас, а потом вернись сюда. Но даже в той серии я был просто мирным чебуреком и ничего не делал. Так, пускай они вот это электричество все чинят, через камеру никто на меня не смотрит, это просто замечательно. Сейчас бы на самом деле вспомнить вообще, как играть за предателя. И самое главное, чтобы меня за этого предателя не спалили в самом начале. Просто бегаем здесь, просто выжидаем какую-то жертву, притворяемся то, что мы выполняем задание и проигрываем нафиг, потому что план какой-то вот такой себе на самом деле. Привет, Блум! Привет! Я пойду сюда задание выполнять. Опа, в страннике никого нет. О, так задание вот уже выполнили. Задание выполнили, оказывается. Там ничего нет, вот это. Значит, топаем в другую сторону, получается, мужики. Туда мы топаем. Во, Костя, да-да-да-да-да. Ой, сколько заданий. Так, О2, котельная, лаборатория. Так, это все надо выполнять. Что такое, Костя, что? У меня к тебе очень много вопросов, но очень мало ответов. Так подожди, подожди с своими вопросами. Натах, я тебя поздравляю! В жизни рост 1.10 м, зато хотя бы в Амогусе 4 м ростом! Да я вообще, я такой живой себя чувствую! Так удобно, я могу наступить на вас, и мне ничего не будет! Поздравляю, Натах! Гигант настоящий! Сосиска, вот как ты выглядела в предыдущей игре! Так, теперь вернемся к основному. Вот именно. Это-то понятно все, но что это было? Что? Ну я, короче, стою, выполняю заданку. И ты вот тоже, я видел заданку, вроде бы выполнил. И, короче, я выполнил заданку, выхожу из заданки, а там валяется труп. Прям на моем месте валяется труп, и рядом стоит Эд. Я не понял, ты чё? Ты типа взял, чё? Как-то клонировал кого-то или что? Ты вообще галюны, Костя, или что? Да в смысле галюны? Я реально видел труп. Так, а теперь давайте перед тем, как он продолжит на меня топить, откроем чат и посмотрим то, что никто не умер. Ну, реально, все живы. Тут написано то, что Костя запустил голосование, но как бы никто не умер. Ты дурачок? То есть ты сейчас Эда решил подставить, да? Смысл мне его подставлять? Я же не ликвидатор какой-то. Ну так ты посмотри, никто не умер. Как
Как ты мог видеть труп? Как я мог кого-то убить, если никто не умер? Ну ладно, скипаем тогда. Ну я за тобой слежу все равно. Господи, поздравляю еще раз, Татаха не успел проголосовать. Без разницы тогда, я воздержался. Воздержание это хорошо. И Жулик Флей молодец, и Клайд молодец. И ты, Кошмар, какой молодец. Нет, да, ну... Дайте ей порадоваться, как бы, первый раз в жизни. Когда она еще станет огромной. Сейчас после записи... О, господи! После записи этого ролика она вернется к грустной реальности, где она опять маленькая. И вот это вот. Никто не умер! Ты что, дурачок, что ли? Может, лучше иди ищи на настоящего предателя, а не меня, господи. Саботаж связи. О, саботаж связи! Кто-то отключил саботаж связи в другой сторону. Саботаж связи, а сосиска бежит в другую сторону. Саботаж связи же, вот. Молодец, молодец, да. Хорош, хорош, Херейт отремонтировал саботаж связи. Значит, я пойду. Так, здесь задание уже выполнили. Вот это... Выполнили задание, мне показалось, или я сейчас убил жулика Плея, который был за стеной. Все возможно, все возможно. Давно я, кстати, не убивал никого, кто находился за стеной. Ашанчик, родненькая моя ты маленькая девочка, ты ничего не хочешь мне объяснить? Да это не я тебе говорю, я стою просто и там... Кого убили? Подождите. Я не знаю, кого убили. Но ты стояла прямо на трупе. Так я не передо мной. Слушай, я понимаю, что ты в жизни выше, чем она в Майнкрафте сейчас. Но сейчас у нее больше привилегий, чем у тебя. Она сейчас главнее. Она на уровне небоскреба, она с другого конца карты все видит, что происходит. На уровне птичьего полета, понимаешь? Подожди, я ее не вижу. Как ястреб. Высоко, как орел, понимаешь? Вот так. Она видит все, как Бурж-Халифа издалека, Эйфелева башня, понимаешь? На Эверест не такой высокий, как она. Ей видно с закрытыми глазами. Я понимаю, но это не я. Короче, дикая машина, она стоит. Нет! Подожди, а вдруг она и этот, самозванец, как в предыдущем раунде. Хотя, какой шанс того, что тебе два раунда подряд выпадет самозванец? Подожди, я тебе картами Таро клянусь, что это не я. Я в это не верю, я не... Такое-то шарлатанство. Да я нет, я вообще ни разу никого не убила, я даже задание выполнил, ты что? Да понимаешь, Ашан, она, она бы по-другому себя вела, если бы она была самозванцем. Она говорила, нет, это не я, ты что? Или да, да, это я уже Ашан... Чё вы сразу верите этой эльфовой башне? Хиромантии! Чё? Хиромантия! Не матерись здесь! Это же Таро, это же хиромантия или хиромантия это когда на руке гадают? Это хиромантия когда... это такое матерное слово! Нет! Где это наблюдался? Хиромантия, это на руке, когда по линиям вот это вот показывают, да, да, через сколько ты сдохнешь, умрёшь. Я сдохну, я на её руке застрял! Ну ребята! Зачем кикать вообще кого-то в первом раунде-то? Кошмар ты... Кинг-Конг, Годзилла. Кинг-Конг против Годзиллы. Хиромантия, я говорю. Это только там в такое верить не надо. В такое верить, это все недоказанная наука. И такого не существует. Выполняем задание, закрываем там дверь, я не знаю, притворяемся условно, продолжаем убивать людей через стенки. Вдруг у меня как бы это будет продолжать, так сказать, вспомнить молодость, что было очень много лет назад. Это самый первый чит в Амонкасе, когда я кого-то убивал через стенки. Не знаю, насколько хорошо сейчас это сработает, но условно можно здесь стоять и просто ждать, когда кто-то здесь пробежит. Если, конечно, здесь кто-то пробежит. У меня такое ощущение, то, что кто-то где-то рядом... тыкает на кнопку, и мне кажется, что кто-то находится вот здесь, за этой стенкой. А это был Костя. Ну вот и отлично, если это был Костя. Не, ну я могу так долго стоять, если тебе нравится за мной вот это вот... Все-таки Наташа была права, это Ашан, потому что только что... Подожди, нет! Ты не дала ему договорить! Потому говори. Что я видела то, что он его убил! Херейт-то умер! Прямо у меня на глазах его кикнул! Ну, так ты его убила! Я была 2 метра от тебя, ты! Прям 2 метра, как она сейчас, да? Или как ты в реальной жизни? Да! Ашан при мне выполняла задание, так что это не она! Это вот Костя! А у так, меня есть совершенно другая версия! Кто? Подождите! Подожди! Кто шериф? Я шериф! Да. Кто? Кто это сказал? Да. Ты шериф? Нет! Да. Ты шериф! Давай делаем так! Как в предыдущем раунде!
кикаем Костю. Если Костя не предатель, то в следующем раунде ты, как шериф, можешь убить хоть меня, хоть Клайпа, но ее нет смысла, она гигант, хоть всех остальных. В предыдущем раунде это был рабочий способ. Вот так и выясним, кто предатель. Давай, я только за. Все. Алло, в смысле меня? Это Эд, каждый раз. Подождите, на мою версию да послушайте. Да нет, вообще это не... сосиска. А я-то тут при чем? Почему? А ты из люка вылезла на моих глазах, а потом за мной побежала в другую комнату, сосиска, что за дела? Я? Ты? Нет. Так, убиваешь сосиску, а меня тогда кикайте, если хотите, я не знаю. Вот и славно, тогда сосиску, меня кикаем, ее... Да не надо, да, блядь, сколько можно, это каждый раз продолжается, да ты, господи, валим в эту вот стол. Пока хорошо, пока все замечательно, пока вообще прекрасно, Клайб бежит, пошли, пошли, пошли чинить вот это вот, пока вообще замечательно, они как-то сами себя раскручивают, я даже ничего не делаю, сейчас покажу, то, что я чиню свет, вот, условно, вот, мы чиним вот свет, условно, вот, и все замечательно починили, и теперь топаем. В ту сторону, все вместе. Догоняем гиганта, который побежал вот туда. Вот так, и сколько я людей убил, и сколько еще... Так, Наташка, ты пройдешь сюда? Пройдешь, у кошмар. Ну ты медленная на самом деле. Давай вот сюда, за мной. Осталось выяснить, кто вот этот, кто самозванец. Я закроюсь от Натахи в туалет, чтобы она... А, она может за мной подглядывать. Она просто здесь вот так вот... Да, тебе двери вообще не нужны, ты можешь сверху подглядывать, да. Не-не, ты сюда не пролезешь, просто подглядывай. Ну, да. Ага. Это Софья Грей. Ты чё на меня? Короче, да, объясняй. Подождите, перед тем, как мы продолжим, у меня есть железобетонное алиби. Я не мог никого убить, потому что мы с Натахой вдвоем были в туалете. Как хорошо, что здесь нет Хэрейда. Я видела, как он сидел в туалете. Я не мог никого убить, а она тем более, она этот, она... Титан. Титан, да, атакует всех, да. Давайте вашу теорию. Я иду, значит, и Софи Грей прям при мне вбивает Ашина. Она просто меня не заметила, и я успела зарепортить труп. Ты чё меня клеветуешь? Короче, Эд, не слушай ее. Она, походу, чокнулась, пока была вот этой высокой. Короче, вот ты зашел с Натахой в туалет, а я думаю, вы... Давай мы не будем это вслух говорить. Ну, хорошо. Просто примем это как факт. Это факт, да. А я думаю, вы пойдете в кишку. Я начала смотреть в окно. Когда вы пройдете, поворачиваюсь назад, сосиска убивает Ашан. А сосиска говорит, что время кончается. Сосиска или Ашан, Клайб? Или кто? Ашана нет здесь. А может, ты вообще Клайб? Сосиска! Это сосиска! 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 Я был так близок к победе! У меня просто такое алиби было! Я был предателем! Я с Натахой был в туалете! Забудь. Нафиг мы за сосиску голосовали. Если бы мы проголосовали за Софи Грей, мне бы оставалось убить двух человек, и я бы выиграл. Господи, такая про победу. Ты жук. Значит, я тебе доверилась. А ты? Да кто тебя? Я даже не знаю, кто больше неудачник. Я в этом раунде или Клайд в первом. Слушай, ты, тебе бы своим мастерством стихи писать! Ты нам лапшу на уши всю игру вешал! Ой, куда? Такое алиби профукал! Так хорошо там с Натахой было! Ай, сосиска все испортила! Да я вас всех вокруг пальца обвела! Вы просто повелись на мою уловку! Потому что понабирают всяких дураков! Слушай, Наташенька, как хорошо то, что он ничего не слышал. Ну и без разницы. Самое главное, чтобы подписчики все услышали, что слева, справа видос предыдущий Амонга, а справа видос предыдущий выживание, где я подарок Стасику делал. Так, все, вы тут смотрите, я пошел в туалет. Где дверь? А меня с собой? Конечно, пошли. Пошли.